Ты чего? Слушай, это... Опоздал. Здравствуйте. Здорово, Ген. Здорово. Олег Николаевич, когда съемки будут? Будут, будут. Видишь, сидим, сценарий пишем. А, понятно. А для меня роль есть? Есть, есть. Слушай, Ген, прости, мы заняты сейчас. Ну, понятно. Ладно. Подожди, Ген. Да. Ты знаешь, кто были твои предки? Какие предки? Ну, хотя бы дедушка. Дед был директором Мариинского театра. Серьезно? Да. У нас дома даже фотография есть. Дедушка со стороны матери? Со стороны отца. А по матери кто предки? Прадедушка граф. Дед барон. Значит, твоя мама баронесса? Да. Вы же ее видели. Она снималась у вас в массовке. Я приводил ее на съемки. Помните? Ты бы привел ее к нам. Она бы рассказала про свою жизнь. А мы, может, сценарий поскорее написали. Хорошо, приведу. Можно завтра? Можно. Ну, тогда я пошел. Иди. До свидания. Пока. Пока, Ген. Слушай, а может, нам его героем сделать? Живет такой Гена, снимается в массовке, состоит на учете в психдиспансере. А прадед у него граф, дед – директор Мариинского театра. И род их пошел от хана Мамутека. А кто это? Представь себе, был такой... 18-летний монгольский хан.
Он жил в 15 веке и был потомок Чингисхана. Он вообще был умен, чистолюбив, энергичен и мечтал возродить Великую империю монголов. Однажды осенним вечером он вышел в степь послушать пение сусликов. Простудился и через 2 дня помер. А? Странно. А зачем он пошел слушать этих сусликов? Почему? Олег Николаевич, можно на ксероксе копию платежки снять? Да он не работает. Thank you.
выходе из поезда. Не забывайте свои вещи. Безусловно, должны восстановить общее интеллектуальное пространство, и в этом смысле идея Андроняна кажется мне в некоторой степени сюрреалистической. Это в некотором роде соответствует вектору движения интеллектуализма в Европе, но... Простите. Но никак не может Руслан быть Александрович, принято в контексте... пройдите к Воробьеву, он очень вас просил быть. Если Машенька, мы хотим достигнуть консенсуса, я сейчас убегаю. Поскольку но он очень вас просил. У всех теперь разные идеологические позиции, надо вы скажите ему, на другом языке. Что вечером ему позвоню. Структуры а? Элиты, ну, каналы вертикальной мобильности, механизмы функционирования диффузных систем, затуманенное, отчасти инфернальное сознание личности, вернутый водоворот рыночно-демократических отношений, суету свободного пространства. Но право же, мы не должны забывать, что... Ситуация должна реализовать свой потенциал, поскольку в сегодняшних российских условиях иного не дано. Люсь у нас тоженку подвозил. У них там магазин есть, «Кристалл» называется. Я бутылку виски «Тичер» за 115 тысяч купил. Да что ты? Угу. Дешево. Где это? На Стоженке, «Кристалл». Будьте добры, teachers. Две. Thank you.
Здрасте. 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 Привет, ну что там? Ультиматум. Доигрались. Срок 24 часа. Если отказ, будем бомбить. Заходи. Деньги вперед. Через час я их заберу. Окей. Тебя как зовут? Люся. Стой здесь, сейчас приду. Пошли за мной. Лех, тебе подарок от меня. Слушай, Серега, я же сказал, не хочу никаких шлюх. Давай, брось. Смотри-ка, я звездочка. Что-нибудь делать будем? Простой учитель преграждает путь маньяку. Нет, я не хочу ничего. Нет законов, кроме одного, смерть. За смерть Кристофер Ландер. Потрясающем триллере «Цветок у дороги». Магнетический аромат «Дэй». Новая пена для бритья, которая защищает и смягчает кожу. А что это такое? «Дэй». Сигара. Можно я выпью? Пей. Большое шоколадное удовольствие.
Существует еще одна легенда, связанная с этим монастырем. При перестройке главного входа в конце 17 века рабочие обнаружили саркофаг княжны Ольшанской, которая была захоронена здесь в 1472 году. Монахи вскрыли саркофаг и увидели, что княжна, девушка 16 лет, лежит в нем как живая, совершенно нетронутая тлением. Господь явил нам чудо. Отнесите саркофаг в часовню. Постоянно образуется налет. Невидимая пленка из бактерий, от которой десны могут воспаляться, а иногда и кровоточить. Со временем это может привести к потере зубов. Маклинс, благодаря действию трикласа, пожар, подавляет активность бактерий и предотвращает заболевание десен. Кстати, моя бабушка пользуется только этой зубной пастой. Привет, ба. Ведь зубы — это единственное, что у нее осталось своего. Маклинс. У ваших зубов блестящее будущее. Идем.
Вера! Здравствуй, Вера. Привет, Егор. А ты по-прежнему на заводе работаешь? Ну, как видишь. Ну, а ты как поживаешь? Да вот бизнесом занялся. Наверное, много получаешь. Да, очень. В этом месяце, например, заработал 6,5 тысяч долларов. Ого! Хочешь, сходим в ресторан? Я как раз пообедать иду. Нет, спасибо, я на смену иду. Жаль. Ну тогда в другой раз. Хочешь, я позвоню тебе? У тебя тут же телефон. Да нет, не надо. Ребят, подыграйте, спеть хочу. Нет проблем. На, держи. Летят перелетные птицы. Окей. Давай. Летят перелетные птицы в осенней дали голубой. Летят они в жаркие страны, а я остаюсь с тобой. А я остаюсь с тобою, родная навеки страна. Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна. Немало я стран перевидел, шагая с винтовкой в руке. Но смешной мужик. Пора ехать, Валера. Немало я дум передумал с друзьями в далеком краю, но не было большего долга, чем выполнить волю твою.
Алло, ты чё? Давай, давай. Обратно его, без стара. Радио Ритм. Только что мне позвонила Наташа из Владивостока и рассказала, что у них в Владивостоке уже ночь. У них в Владивостоке полнолуние, и Наташа очень-очень грустно и одиноко. Наташа сидит дома, одна, и очень-очень скучает без своего друга Толика, который живет сейчас в Москве. Толик, если ты слышишь нас сейчас, немедленно отложи все дела и позвони во Владивосток Наташе. А пока для Наташи звучит песня группы «Сюткин и компания» «Семь тысяч над землей». Ночной, а над ним летит луна. Тайное движение в небе без конца. Вижу отражение твоего лица. Ты далеко от меня, за пеленой другого дня. Но даже время мне не сможет помешать перелететь океан. И, разогнав крылом туман, упав с ночных небес, скорее тебя обнять. За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца. Вижу отражение твоего лица. Ты далеко от меня, за пеленой другого дня. Но даже время мне не сможет помешать перелететь океан.
разогнав крылом туман. Значит, ты выпил, Ермолаев, и ничего не помнишь? Не помню. Ну а куда? Друг твой подевался. Какой друг? Ну этот, Батон. Не знаю. Ну как не знаешь? Вы же вместе пили. Батон не пьет. А что он делает? Он что, кольца, да? Куда он делся, а? Не знаю. Думай, думай, Ермолаев. Вспоминай. Чего вы тут? Не входит. Ну как же не входит? Вот так и не входит. Другим концом попробуйте. Пробовали. И чего? Не входит. Дайте закурить. Ну ладно, я поехал. Куда? В офис. Ладно. Хорошо, умная собачка. Принес уточку сразу. Молодец. Молодец, Аякс. Отличная собачка, добрая. Молодец, собачка. Ну что, давайте за Аякса. Что там у вас про Андропова в ЦК говорят? Что он за человек? Юрий Владимирович, я с ним еще в 66-м году работал, когда он был заведующим международным отделом ЦК. Умнейший человек. Самое главное, чтобы войны не было.
Петро, ты следи за утками, пережгешь. Не сожгем, Сергей Иванович, не беспокойтесь. Хорошего отпел, Сергей Иванович. Молодой еще. Возьми на такси. Слава, не надо, у меня есть. Возьми, возьми. Ты позвонишь? Да, созвонимся. Пойдем. Стакан. Наверное, они поссорились, ты сиди ешь. Нет, они не поссорились, я видела, она смеялась. Ну, с женщинами это бывает. Я тебя умоляю.
Алло. Коля. Вы ошиблись. Баев? Я же говорю, вы ошиблись. Извините. Алло. Николай. Приветствую, да, это я. Что стряслось? Как отозвали лицензию? Да что они там, с ума посходили. Ладно, Коленька, я тебя очень прошу. Ты, главное, там не нервничай. Давай, выйди на кого-нибудь из Думы. Да, ну помнишь, там приезжал? Нет, Семенов это ни черта не решает. Ну, конечно. Кого-нибудь повыше. Да, пусть тебя выведут на кого-нибудь из Центробанка. Да, но только на уровне зама. Выясни, чего они там мутят воду. Главное, чтобы они вернули лицензию. Нет, я приехать не смогу. Погода ничего. Ну, давай, на связи. Как вода? Хорошая. Что Чингисхан здесь похоронен? Потому что знаю. А папа говорит, что ничего ты не знаешь. Он говорит, что Чингисхан монгол, и его похоронили монголы. А отец откуда это знает? Он говорит, ученые так говорят. Ерунду говорят эти ваши ученые. Они не могут знать, где он похоронен. Когда Чингисхан умер, его воины решили похоронить так, чтобы никто не знал, где его могила. Целый месяц они везли его сюда. По дороге убивали всех, кто встречался им на пути, чтобы никто не знал, где похоронен великий Чингисхан. А откуда тогда ты это знаешь? Я знаю, потому что мне рассказал мне мой дед, а моему деду рассказал его дед. А они откуда это знали?
Помрет, дед. Либо сегодня ночью, либо завтра умрет. А за пенсию его когда ехать? В понедельник? В понедельник. Но если он умрет, они ее нам не отдадут. Ты делаешь здесь один? Курю. Угости меня сигареткой. Поиграешь сегодня? Поиграю. Хорошо иногда покурить сигаретку. Вау! Закружилась голова. Ты выпила, что ли? Ну, выпила. Ну, что? Откуда у тебя это вау? Привязалась. Ты бы хоть послушал, как я пою. У меня пошло все на лад. Мне кажется, что я нашла себя. Если бы мне удалось попасть на телевидение. Слушай, мне просто нужно, чтобы меня немножко подтолкнули. А тебе это просто. Помоги мне. Понимаешь, у меня все получится. Мне просто нужно. Меня толкнули. Я чувствую, что я абсолютно. А у меня все получится. Вообще, какого черта вы развелись? Я не понимаю. Помнишь, как ты целовался первый раз? Помнишь? Как? Ты целовался зубами. Как это зубами? Зубами. Ты не знал, что язык в этом деле самое важное.
самая важная штука. Самые девушки. Олеся, Валентина. А это хозяин нашей квартиры. Альфонсо. Альфонсо, водочки давай. Ну, это не моя квартира, а мои девушки. Я жена на русской. А вы правда посол? Да, правда. Я посол одной латиноамериканской страны в России. Посол, посол. Ну что, родные мои, давайте выпьем за дружбу народов. Давайте. За знакомство? Ура! Давай, женщина до дна. Вот малосольный огурчик, это лучше для закуски. Можно пригласить вас на танец? Вы очень красивая. А где вы с Андреем познакомились? На рынке. Мы сегодня из Смоленска приехали. Мы с Валей в Смоленске живем. Мне надо было для бабушки гранаты купить. Она болеет. Ей доктор сказал сок гранатовый пить. Вы хорошо танцуете.
Как тебя зовут? Борте. Сколько тебе лет? 10 и 8. Что ты шьешь? Портка. Кому? Себя. А как тебя звать? Пушкин. А куда ты едешь? На Кавказ. Воевать с турками. Тебя убьют? Не убьют. Меня убьют не на войне. Что это? Ся, чай. Калмык. Поцелуешь меня? Почему? Замуж не выйду. Александр Сергеевич! Лошади готовы! Ну, прощай, моя милая. Когда у тебя поезд? В 9 вечера. Пойдем куда-нибудь пообедаем. Ты что, не хочешь? Пойдем.
Вера. Слышь. Ты много куришь? Принесите мне еще что-нибудь. Что что-нибудь? Не знаю. Принесите мне мороженое. Дай-ка мне пломбир один. Подожди. Николай, Николай, возьми мороженое. Ваш пломбир. Добрый день, мы с телевидения. Могу ли я задать вам один вопрос? Пожалуйста. Вот вы прожили долгую жизнь, но было, наверное, что-то такое, что вы вспоминаете чаще всего. Какое-то событие или человека, или, может быть, случай, который с вами произошел. Да, был такой случай. В 1948 году я работал официантом в ресторане «Гостиница Советская». Мне один посетитель заказал мороженое, а буфетчица в это время сдавала деньги. Ожидая буфетчицу, я отошел к окну и вдруг увидел, как из нашего ресторана вышла женщина. Она была в фиолетовом платье и очень хороша собой. Кстати, в ресторане я ее в тот момент почему-то не заметил. И что было дальше? Ничего не было. Она постояла и ушла. Я пошел работать. Больше я никогда ее не видел. Спасибо вам большое. Пожалуйста.
глаза мои глядишь, мне так легко с тобой. Без меня не забывай меня, без меня не погаси в душе огня. Будет ночь, будет новая луна, нас будет ждать.